Что общего между Ишлеями, Парецким районом и пустыней Сахарой? И там нет воды. Репортеры программы «Республика» уже рассказывали о том, что из-за аномальной жары жителям некоторых районов Чувашии не хватает питьевой воды. Проблему сегодня обсуждали на совещании в Доме правительства. Из кранов в Парецком течет мутная жижа, в Ишлеях воды нет вовсе. Ни в домах, ни в колодцах. Репортеры программы «Республика» уже выезжали в районы и рассказывали о ситуации. В селах живительная влага появляется только по расписанию. Вот открываем водичку и смотрим, как она у нас сильно течет. Вот так вот. Это целый день. Вот утром с 5 до 6 включают, и то сами уже включаем, и вечером. Сейчас мы вот вообще все дрожим. Не дай бог где-то пожар. Ну мало ли что, здесь же с детьми все. Воды нету, даже ведра воды пойти плеснуть. Нету, нету воды. Только за прошедшую неделю Центром управления регионом зафиксировано более 50 обращений о проблемах с водой. В Доме правительства отчитываются, 80% населения обеспечено питьевой водой. При этом почти четверть водозаборов по разным причинам остались без хозяинами и находятся в плачевном состоянии. По итогам данного совещания было установлено, что у нас 12 муниципальных районов, в принципе, проблема незначительная, возникающие вопросы закрываются в рабочем порядке и, соответственно, таких больших перерывов в поставке воды не имеется. Перебои в поставках связаны и как с понижением уровня подземных вод в скважинах, недостаточная мощность насосного оборудования, которое устарело и не обеспечивает ту подачу, которая необходима с учетом водопотребления. Также износ систем сетей водоснабжения. В профильном министерстве считают, основная проблема – перегрузка сетей водоснабжения и так называемый заплаточный ремонт вместо капитального. Сейчас в ведомстве решают вопрос финансирования. Юлия Важенина, Николай Скворцов, «Республика».